Награда нашла героя. В Шипуново наградили юношу, который спас 6-летнюю девочку. Трагедия случилась этим летом. Проходя мимо водоема недалеко от села, Сергей Ганжа услышал крики о помощи. Когда подошел ближе, увидел в водоеме тонущего ребенка. Девочка уже была без сознания. Он бросился на помощь этому ребенку, достал из воды бездыханное тело девочки, которая уже находилась в бессознательном состоянии. Произвел определенный ряд комплекс реанимационных мероприятий, непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Как реанимировать людей, 17-летний герой видел только по телевизору, но даже это помогло ему спасти 6-летнюю девочку. За свой смелый поступок Сергей получил благодарность от Главного управления Министерства внутренних дел по Алтайскому краю. В полиции признались, что такого смелого сотрудника хотели бы видеть в своих рядах, но молодой человек уже знает, чем займется в будущем. Сейчас он готовится к службе в армии и мечтает стать военным.